Сегодня мы поговорим о бюджетном свете, то есть освещении на кухне. Для бюджетных каких-то вариантов кухонь. Мы не будем говорить о каких-то супер встроенных платформах там и так далее. Все это тоже есть. Они очень дорогие. Ну, и кто хочет, в принципе, может воспользоваться при своих проектах и более сложными решениями. Мы поговорим о простых решениях, которые недорогие и подходят для кухонь бюджетного класса и класса, так сказать, стандарт. Значит, теоретический свет, бюджетный, супербюджетный и какой-то бюджетный, бывает трех разновидностей. Первое – это дневные лампы. Они могут быть любой длины. Вот они сюда ставятся и, в принципе, подключаются там за шкафами. То есть, сколько хотите этих ламп. То есть, одна, две, три, четыре. То есть, они ставятся на каком-то там уровне между собой. Или они освещают какие-то специфические там зоны. Или они на каком-то другом уровне, который как бы вы захотели. Вариант номер два. Все то же самое, только какие-то светильнички. Они бывают абсолютно разные. Там треугольные, такие-то, сякие-то, квадратные. Они тоже ставятся как бы, вот ставятся здесь, примыкают к задней части. И в принципе тоже то же самое все подключается. Какие-то независимые 1, 2, 3, 4, сколько надо светильничка. И третий вариант, в принципе третий вариант здесь стоит. Это так называемое LED-освещение. Ну, грубо говоря, светодиодные различные ленточки. Они бывают абсолютно разные. Более тусклые, более светлые. В силиконе, не в силиконе. Разные цветов. Здесь стоит простой дневной свет. Они могут быть и красные, и розовые. То есть свет будет, может быть разного цвета. Ну, вот можете посмотреть. Оно включается, выключается. Там этот выключатель может быть где хотите. Ну, мы поставили его здесь. В принципе, прикольно, быстро. Никому не мешает. В принципе, там стоит трансформатор в этом ящичке. В принципе, ну и все. Спасибо за внимание. Пока.